В Украине, привет всем от Полонского. Находимся на сейчас Майдане Незалежності, центральной площади Украины, Киева. И тут у нас интересный такой момент. Тут у нас сейчас поставлены флажки в память. Тут, если я не ошибаюсь, их так 55 штук сейчас. Флажки в память наших погибших в Мариуполе. Это один из загиблых их поставили. И вот они у меня сейчас за спиной. Я вам покажу, как это выглядит, как это на Майдане все. Вообще у нас Майдан, знаете, он такое место, на котором абсолютно все происходит. Любые ситуации, любые... Здравствуйте вам, как ваше ничего себе? Вы вчера были в прошлый раз? Да, тут люди, которых мы знаем. Вот эти флажки, 55 флажков. Память наших бойцов, погибших в Мариуполе. Ну, надо сказать, конечно, что в Мариуполе погибло гораздо больше народу, но вот хотя бы такое. А так на Майдане у нас, в принципе, абсолютно вся наша политическая жизнь. Сейчас ее немножечко меньше, просто потому что военное положение и всякие политические варианты не допускаются, но тем не менее, даже в такое время есть в другой раз какое-то движение. И поэтому приходишь на Майдан, и приходится людям говорить здрасте и объясняться с теми, кого знаешь, с кем знаком. Да, ну а так вот, в принципе, можете посмотреть, как сейчас выглядит Майдан. Сейчас воскресенье, день, и довольно светло, хорошо, красиво. Но народу, я бы сказал, что немного, потому что когда войны нет, то ситуация совершенно другая. Здесь просто толпа. Хотя, с одной стороны, с другой стороны, очень жарко, и, конечно, под таким солнцем здесь находиться... то приятного мало. И к вечеру, конечно, здесь будет очень много людей. А сейчас, ну, под солнце, вот сколько есть, столько есть. Вот так вот, смотрите. Слава Украине!